Всем добрый вечер. Я иду на улицу Речную забрать очередной магнитик. Сейчас вот прямо около дома хочу снять вам башенку. Почему хочу снять? Потому что она мне напоминает магнитик из Саратова. Ну, там мне говорили, что там библиотека или что-то вот такое вот. И правда чем-то похоже, как в Саратове библиотека. Есть что-то такое. Вот. Надеюсь, есть. Ну, а я на Речную пойду к Марине. Мне там опять передали очередной магнитик. Пойду, как говорится, пополнять коллекцию. Ну, наверное, этот участок я упущу. Сейчас вот покажу вам немножечко Александра Ивановича. Вот он. И отправлюсь на Речную. Включимся где-нибудь там, в районе Речной. Ну и будем идти там, где побольше народу, и снимать. А закончим ролик где-то в районе Марины. Все, ладно. Анонс закончился, я пошел. Итак, друзья, по Речной мы идем на Речную 2. Логично. Улица, ну, где-то с того повороте, как вообще оживлено. Кстати, вот как арена, по-прежнему арена пустует. Никто там не выступает. Во всяком случае, я не знаю. У меня нет никаких доказательств. Я не был свидетелем тому, что здесь какие-то проходили увеселительные мероприятия, как это было, допустим, в прошлом году. Позапрошлом. Но зато есть Пятерочка. Ну, а Пятерочка, как вы знаете, выручает. Перескакиваем на противоположную сторону. О, посредники опять кого-то там уламывают. Молодцы, хорошо работают. С одной стороны, ну, для себя, конечно. Итак, Речная. Топаем к Марине за магнитом. Вот. Кстати, вот шла речь, странно-то недавно мы в эфирах разговаривали, обсуждали название гостиницы. Вот я и говорил, вот пик сезона, пожалуйста, есть надпись, даже есть черепаха, стоит какая-то вот штандер, как он правильно называется, и с описанием всех вот этих вот, ну, гостевого дома, я не знаю, вот это вот, или отеля, я не знаю, какой у него статус. Так, ну, конечно, время я выбрал не очень удачно идти на встречу утренней заре, как говорится. Дело в том, что солнышко с противоположной стороны, немножечко, наверное, будет не очень хороший кадр. Ну, что есть, то есть. Вот у вас будет представление о том, какие движения происходят по улице Речной. Ну, многие, кто, наверное, здесь жил, и так уже знают все прекрасно, что движуха здесь хорошая. В принципе, я про это говорил уже не раз. Живи без посредников. Очень даже может быть. Просто номера немножечко смущают меня в другой страны. Может быть, потому что многие граждане из других стран тоже приобретают жилье. Да, конечно, сумасшедший дом. Так все звенит. Вкусный шашлык, вот смотрите. Ковчег. Точнее, я не знаю, вкусный нет, но выглядит он в любом случае, по-любому, очень даже аппетитно. Столовая Ковчег, я про нее тоже уже рассказывал, точнее говорил, что такая существует. Все, перестали пшикать поросетами. Иду, наверное, чуть-чуть быстро. Хотя вот только приехал с Краснодара, если честно, немножечко так малость самую устал. Ну так, 4 с копейками встали и поехали. Парковочки, машинки, круги, все тут есть, все можете приобрести прямо здесь, не отходя от кассы. Даже сейчас будет туристическая фирма, там мы встретим нашу старую знакомую, на первом почему мою старую знакомую. Она тоже тут живет практически. Так, этот магазинчик попросили не показывать. Я его не показываю, только издалека.
Ну это правильно. А что он у нас попадает? Вот видите, о, это багратиона, кстати, 1/5. А вот это для меня какая-то, если честно сказать, новинка. Я, честно говоря, думал, что тут все-таки личное. Вот как бывает. Это, кажется, багратионы. Надо будет потом уточнить у знающих людей, какая здесь все-таки улица. Домой осталось буквально всего ничего, метров, наверное, 300, может быть, плюс-минус, так вот где-то. Так что скоро-скоро я заберу свой магнитик. Интересно, из какого города, мы сейчас узнаем, все покажем. Прямо на эфире, так сказать, хотя в записи. Вру. Вот уютный дворик, кстати, во, теперь я вижу уютный дворик, я не помню, кто-то про него говорил. Дворик, если честно, особо не видно, но видно киоски. Расстояние до моря небольшое. Единственное, что в вечерние часы тут темновато, и все вот так вот. Наверное. Я, во всяком случае, не вижу здесь столбов. Летают вертолеты, самолеты, бомбардировщики. Здесь не летают. Я, может быть, так немножечко полетаю. Что-то низенько летит. Не вижу, такой прям. Алло. Что-то резвый такой прям. Рядышком полетел. Ну а я уже практически пришел, товарищи. Вот, кстати, дом Радуга. Ну приятно, идешь, видишь, вот написано Радуга. Уже знаешь, что это за дом. Нету адреса, ну и ладно. Хотя бы ты уже знаешь, что это дом Радуга. Всякие домашние кухни, призовые тиры. В общем, все, все развлекалка. Так, я не понял, что он обратно возвращается. Какой-то вражеский разведчик. Чувствую, что он где-то над нами летит. А нет, это хороший. Вот так вот. Разлетали, что-то даже подозрительно. Ну, скорее всего, полетели в аэропорт. Кукуруза горячая. Одна за 35, три за 100 рублей. Вот. Видели, какой разброс цен? Оказывается, здесь может быть. Ну, а мы уже близко к цели. Скоро-скоро я выпью кофе и заберу свой магнит. Ну, и покажу вам, что они там торгуют. Тут всякие, много-много всяких всячины. Кстати, непонятно, почему люди торгуют одним и тем же, вот так и рядышком. Хотя, понятно. Все понятно. Жажда наживы. Ага, вот они, я уже их вижу. Марины уже меня сдали. И я жду магнитик. Так. Леш, привет. Привет, привет. Мой магнитик не продали? Мой магнит не продали еще? Хотели продать, но думали, ладно. Смотрите, так, это опасно. Ты обещал, думаю, а обычно он 4 да. Приходит, но думаю, странно, что. Да я с Краснодара только приехал. Это вообще странно, что я сегодня пришел. Много обещал. Народу. Народу немного больше уезжает. Сейчас будет. Сейчас, подожди, сейчас процесс торжественного вручения мне магнита. Приветики огромные. Спасибо. От них. Понятно. Это что? Что за артикль или номер телефона? Я так и скорее не понял. Скорее всего, номер телефона. Я не поняла. Так это котенок с улицы Лизукова. Я его знаю. Воронеж. Да. Я был на улице Лизукова, кстати. Помню, кинотеатр там есть. Вот, большое спасибо, Марине. Как все-таки. Ваша скамеечка. Почему наша скамеечка? А, в смысле? Ну вот сидели, качели ваши. А откуда у вас здесь африканские названия? Я помню. Так, я сейчас попытаюсь открыть, чтобы показать вам в прямом объеме сейчас момент. Давай, сейчас Геран нам поможет. Улыбайся, тебя снимается из-за камеры. Я улыбаюсь, и говорят, очень много ты смеешься. Прикольно, большущее спасибо. Вот именно такого, я его, таким я его и помню. Я имею в виду, Катюн, возьмем тебя. Марина.
Ты слишком много улыбаешься, где кофе? Я шел, сказал, что я сейчас кофе попью на халяву. Холодная? А есть холодная? Есть, очень. Конечно, хочу холодная. Сейчас, видите? Видите, сейчас будет холодная кофе. Все, спасибо, пошел. Попьем кофе и включимся попозже. Колбасы не было. Итак, друзья, свершилось. Колбасы, правда, не было, сказали. Кстати, Гераму сегодня. Вот, сама скажи, как было? Я сказала, принеси колбасу, сегодня Леша придет. Он не поверил мне. Колбаса это уже. Что ты можешь сказать, свое оправдание? А что я могу сказать? Все будет хорошо. В следующий раз. Тогда давай так вот. Ты докторскую или такое? Нет, колбаса, знаешь, это действительно вредно. Ты вот ты прав. Хорошо. Мясо вот настоящего. Шашлык. Я за язык тебя не тяну. Хорошо. Все, свидетели, пойдете, свидетели. Свидетелей много. Обязательно, обещаем. Вот они, два свидетеля, все зарегистрировано. Конечно. Товарищи. Мы за. Колбасой будешь делиться. А мясом. Давай мясом, ладно, так же будет. А сейчас, друзья, я вам покажу шедевр. Меня сегодня почивают холодным кофе. Так, ну что? Подержать? А, телефон разбил, блин. Спасибо. Вот, смотрите. Это все мне. Видимо, я такой хороший на самом деле, оказывается, человек, что мне тут кофе. Ну, правда, колбасу с мясом не приносят. Все, спасибо вам за внимание. Сейчас доем и дальше буду продолжать. Так, ну все, кофе напился, наелся. Пора и честь знать. Пойду дальше на пляж. Спасибо, пока. Давайте. Ну что ты мне? Ты всем говори пока. Всем пока. Всем сказал? Точно? Смотри у меня. Ты все, будешь показывать? Колбаса за ними. Все. Но с нами. Давай, пока. Обещали шашлык. Всем пока. Обещали шашлык. Все, пока. Все, спасибо. Пойду дальше. Ну, в принципе, закончим ролик этот на причале. Огромное спасибо за магнитик. В принципе, я сейчас еще выйду в эфир и покажу вам всем магнитик в прямом эфире. Ну, а мы идем на пляж, а потом впоследствии пойдем на место встречи. Изменить которое можно, но не желательно. Там сигнал хороший. Итак, друзья, закат на пляже с моря. Надеюсь, музыка не какая-нибудь там такая хабитовская. Как это нравится вот этого маме, вот этого дядьки? Если сразу зашел, уснул. А, это же этот поет как его. Если не хочется ничего делать. Ну, поняли. Если вроде около В, я купил себе с камерой, которая. Итак, друзья, закат. Так, пожалуй, я пойду на место дислокации, там, а то скоро солнышко сядет уже. Всем пока.